Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW X3. Итак, ремонтировать будем бок. Две двери меняются, средняя стойка и кусок порога тоже. Крыло переднее буду ремонтировать. Итак, первым делом надо открыть двери. Задняя открылась довольно-таки легко, а вот передняя, замок зажат и не открывается. Придется вырезать в том месте, где замок, и открыть все двери. Итак, двери открыл, разобрал, снял. Теперь надо вытянуть стойку, чтобы снять сиденье и пластмассы на стойке. Тяну за петлю. Теперь могу снять пластмассу стойки, сиденья и поднять ковер. И вот что мы видим. Стойка вбита вовнутрь довольно-таки сильно. Ну что, буду вытягивать ее. Ну что, стойку с порогом вытянул. Сейчас делаю необходимые мне измерения и выясняю, что мне надо потянуть немного верхнюю петлю. Итак, теперь все в норме, можно резать, сверлить. Эта деталь донора чуть меньше, чем хотелось бы. Но что есть, то есть. Ну что, будем отрезать и высверливать покореженный металл. Для этого разбираю заднее крыло, колесо, подкрыльник, пластмассы все. Наметил метки и теперь буду удалять весь поврежденный металл. Ну что, верхний металл я удалил, теперь буду удалять все поврежденные внутренние усилители. Теперь рассверливаю донорскую часть.
Ну что, эту часть я выкину. А вот эти части, которые я отсверлил, я ввалю обратно на машину. Но сначала я вытяну порог. Ну что, примеряю и привариваю донорские части. Прежде чем приварить основной усилитель в средней стойке, примеряю заднюю дверь. Если зазор нормальный, то тогда привариваю и усилитель. Ну что, все усилители внутренние вварены. Привариваю внешний металл. Частей, которых не хватало на доме, я равняю. Ну что, средняя стойка с порогом вварены. Теперь можно продолжать остальной ремонт. Но сначала мне надо выдернуть петли. Как видите, они вбиты в стойку после удара. И надо немного потянуть. Что я и делаю. Thank you.
Итак, петли выдернул, дверь установил. Зазор практически одинаковый, но большой. Сейчас вы увидите. Вот. Тут уже с помощью регулировки подвинем двери вперед. Итак, установил заднюю дверь, переднюю, все зазоры. Good. Начинаю ремонт переднего крыла. На крыле есть небольшая вмятинка, вот вы видите, и большая. Снимаю фару и ремонтирую крыло. На этом работа с металлом закончена. Отдаю машину на покраску. Итак, машину покрасили, собираю ее. Машина собрана, и на этом ремонт закончен. Ну а у меня на сегодня все. Подписывайтесь на мои новые видео. С вами был Артур. Пока!